Для таких вот хозяйственных, как я, очень тяжело перейти дорогу, сориентироваться. Перейти дорогу далеко от рынка, конечно. От рынка подход. А потом вот волнуюсь, как я буду подниматься в автобус, где поставить. То есть бордюр, да? Конечно. В плане того, что вот первое, место расположения тяжеловато, да? Непривычно. А насчет тяжеловато, время покажет. Ну то не оборудованное нет. Второй вопрос, да? То, что не оборудованное для... Конечно, ну вот как-то неудобно стоять. Все понятно. Ну сейчас будем решать вопросы. Дело вам удобно. Хотелось бы. Все, с глубоким уважением. Конечно. Во-первых, нету неудобно. Перехода. Угу. Нету перехода вот здесь вот, пешеходного. Вот. Ну, ну вот этот переход. Ну, так, а как перейти? Ну, вот так вот там, а там тоже нету. Здравствуйте. Вот. То есть неудобно пешеходный, где вы хотели бы, чтобы было пешеходный? Ну, вот поворот кольцо там нету, как А, вот, вот туда не перейти, да? Да, туда не перейти, а здесь. Остановка, ну как сказать, если бы ее предварительно надо тут было все подготовить, тротуар широкий, вполне позволяет сделать карман. Это первое. Во-вторых, нужно у нас про скамейки. Навес делать, если тоже хочешь увидеть. А потом уже переводить. Соединяющий. Да, обязательно нужен пешеходный переход, соединяющий вот переезд и здесь переходить. Люди будут многие тут переходить, а как они будут переходить? Нету. И тут то же самое надо сделать переход. В обязательном порядке. Это первое. Да, там, конечно, там неудобно. Там, когда машины едут за автобусом, там сплошная линия, правильно? Собирается пробка. А переезжать пробка. Там ни объявлений, ничего нету. Я не знаю, насколько удобно. Конечно, там удобнее. Вышел с рынка прям сразу. Но там вторые неудобства. То, что там ни лавочку нигде поставить, ни навес. Летом очень жарко тут.